хотели в этом году проснимать продолжение «Сватов», но в связи с событиями, я думаю, что это в этом году затянется. А может быть и вообще, к сожалению. Хотя не хотелось бы. У нас очень много было ребят, которые были из Западной Украины, из Восточной Украины. Все никогда в жизни мы, у нас не было никакого антагонизма, никакого вообще распри. Мы шутили, смеялись, гуляли, спали вместе, ели, и бог знает, отдыхали, работали. Все вместе, никогда никто никого даже посмотреть в сторону с каким-нибудь укором, что ты москаль, а я хохол. Никогда такого не было. Я думаю, что это какие-то политические игры не очень умных и очень алчных людей, не больше. Я хотел остаться в стороне от политики, но тут вдруг мы сейчас репетируем с Леонидом Трушкиным новый спектакль, который должен 30 мая в Казани премьера состояться. Если Бог даст, все будет нормально. И мы репетируем, и я прихожу на репетицию, он говорит, что так и так, мол, ты в списках людей, которые против присоединения Крыма к России. Он говорит, я не на твоей стороне, но раз это твоя позиция, я был просто ошеломлен. То есть кто-то где-то составил какие-то списки, о которых я вообще в жизни не слышал. И там очень много уважаемых людей. То есть я понимаю, что эти люди тоже не знают, что они в этом списке. Они выложили в интернет. Дошло до этого, мне стали звонить из центральных каналов, а потом в конечном итоге приехали украинские телевизионщики. Ну, я был вынужден просто дать как бы объяснение этому, что я никаким боком не могу быть причислен к этому списку. Я люблю свою страну и, наоборот, считаю, что Крым должен вернуться, как он и вернулся, в лоно своей и в Россию. Поэтому, ну, хотел быть. Я считаю, что артист не должен быть в политике. Не должен быть. Жизнь артистическая намного длиннее, чем жизнь руководителей страны. И как-то они меняются, а жизнь идет. Я не знаю, скольких правителей пережил, и дай бог ему здоровья, Зельдин. Он, по-моему, еще с царя начал. И вот до сегодняшнего дня он жив и здоров. Надо, наоборот, как бы пытаться нивелировать и сгладить конфликты между государствами. И именно творческим людям, именно людям, которые занимаются этой профессией, это дано. Они перемещаются во времени, в границах, в пространстве, в этом. Поэтому, а если целью поставить вот, плевать друг другу в лицо, нет, я не считаю, что они правы. Если бы у меня был такой выбор, я бы, конечно, никогда ничего не отменил, а наоборот, если бы была возможность поехать на Украину со спектаклем. Поехал бы с удовольствием. Но поверьте, что мне столько приходится учить текст, читать сценариев и на разных языках, не только на русском. И учить такое количество текста, что если бы я сейчас еще занимался инициативой, был бы инициатором этой, во главе этой группы, мне бы не хватило на мою профессию, на которой я занимаюсь. Я надеюсь, что все утрясется и все будет хорошо. Мне почему-то так кажется, что хотя как бы, прогнозы него не очень утешительные, но мне кажется, что все-таки разум и людская, вообще любовь победит. 1tvnet.ru. Смотрю, что хочу.